Впереди враг! Вы им показали!
Входной камень есть. Второй камень. Даже больше, чем Вейдергард. Да. Сила короля гномов велика. А что с ним случилось? Это великая тайна. Даже для сынов Ивальди. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две Гротикр. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Готовься!
Способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Yeah.
поможет. Мы же пытаемся его освободить. Так не пойдет. Смотри. Слушаюсь. А, мне как раз было интересно. Дательбург!
Легенд. Слишком много. И поэтому сложно. Узнать про доспехи что-то наверняка. Но все легенды говорят, что эти доспехи дают наилучшую защиту. Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять легендам. Чему можно верить? Себе, своим глазам, инстинктам. Верить легенде опасно, и этот риск редко оправдан. Ну, как скажешь. Трей, за мной! Уже иду! Слушаюсь.
Нужны 3 входных камня. Не открылось? Нужно 3 камня. Yeah!
Ну что, вперед! Да тут разруха. Чего ты ожидал? Не знаю. Больше порядка, наверное. Может, тронный зал лучше сохранился? Сыр, здесь еще один. Старкадр. Ого, сколько рук. Да уж, точно. 6, 7, 8. Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было 2. Тор его немного обкорнал. Он всегда так делает. Ты слышишь? Нет. Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса целой толпы. Наверное, старые духи, жертвы безумного... Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Ты слышишь? Нет. Что слышишь, сын? Стоны. Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Слышишь? Нет.
Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Прости! За троном есть проход. Потайной ход! Ну, конечно. Что за тронный зал без потайного хода? Огнир. То, что ты у него забрал, это, наверное, и есть три ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Но как Брок и Синдри будут что-то делать из вот этого? Не сбрасывай гномов со счетов. Да, они уроды, но находчивые. Как-то они сделали прочнейшую цепь чуть ли не с кошачьего следа и птичьей слюны. Звучит как полный бред. Но это легенда. Если нужен умный совет, не обращайся к отрубленной голове.
интересно, как тут все было раньше? В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие – риск. Королю гному не повезло. Все в порядке. Пока нет. Осторожно!
если я бог? Наверняка могу летать. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Я запутался. Я был уверен, что мать Бальдра зовут Фрик. Ага, Фрик. Но это ведь что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрею после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Как это? Один не хотел, чтобы Фрею, богиню из рода Ванов, почитали в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Как и рождение Бальдра. Все верно! Именно Фрея была матерью Бальдра. Прямо сияете. Ну, то есть малец сияет. А у тебя за бородой ни хрена не разберешь. Мы нашли материалы, но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. О. Еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже прости. Я же говорю, все улажено. Давай дальше работай, пока я... Не расчувствовался.
достойно дозрать. Поможет в трудный момент. Носи с гордостью. Тебя теперь небось гора с плеч. Так, и вот еще. Давайте к делу. Что же там еще было?